Приветствую на моем канале, с вами Виталий Щеглов. Зима, красота такая, смотрите. Нахожусь я в Смоленской области на Десногорском водохранилище. Тут местами закраины есть, но водохранилище у нас атомное, зимой не замерзает. И вот решил попробовать половить судачка пелагического, ну может быть щучку. Основной настрой на судака. Сейчас сбросим катер. Мороз сегодня с утра был минус 12, сейчас порядка 7-8 градусов. Вода открытая, парит. Блин, на камере, кстати, особо не видно, как парит. Уровень воды упал. Кто знает, Десногорское водохранилище обычно вот тут многие скидывают, чуть подальше, да? Но сейчас там не вариант, да и заснежено. Поэтому будем пробовать здесь. Ну, здесь тоже не есть хорошо. Всякая арматура торчит. И там тоже арматурины торчат. Можно еще и об камни колеса порезать, но будем пробовать. Пришлось аж вот так машину загонять, чтобы жопа начала плавать, ну и передок более-менее невысоко был. Мотор заведен и греется. А вон там люди по воде ходят. Да, природа, конечно, красивая. Красоту делает вот этот пар. Оседает на веточках. И очень красиво. Ну, конечно, ты на дно пойдешь. Да. Здорово. Здорово! Ну как? Я там что-то походил, ни хрена нету. Иногда встречается, но, блин, ветер очень удобный. Ветер, да. Здесь хоть GPS, да, ловит? Не ловит. Не ловит? И здесь отключили уже. Да. Здесь был, да, мы ходили. Ну, где-то вот так он как раз заканчивался. А не знаю, что-то черный блок отъебнул. Перестал включаться и все. Но у меня это гидро 360 с удержанием. Что-то перестал работать. В гараже постоял несколько месяцев и все. Просто бомбезный. Могла жерлицы брать с собой, чтобы вышел, жерлицы поставил.
Есть поклевка. Блин. Там, правда, еще крупнее рыба шла. Попробовал сначала в эту кинуть. Опа! На новую приманку судачок попался. Вот такая приманка. Такой слаг. И вот такая рыба. Опа! Ну, с открытием меня катерного сезона 2024. Заберу, съем его. Отходи, отходи, давай я вперед прыгну. Не зацепиться, главное, блядь, ничем. Хороший судак, да, такой? Угу. И это самое выделывается. Да, нормально, на покушать. Мне на три хватит. Блин, опереди ты сутулого этого.
Сейчас такой раз через дно уже вот сюда пошел. Вот тут опускай, да и все быстрее. Плывет быстрее, чем нас несет. Он уже он землю пашет. Эти летят осколки. Да, судачки сегодня, конечно, нынче. Не, ну мы-то хоть видим крупные. Ну, видим. Они нас не видят. Неужели я дождался рыбы, а? Не крупный судачок. Под хвостик ударил, под хвостик. Но, блин, столько подходов нормальной было. И она просто провожает. Уже и приманки разные пробовал. Что только не пробовал. Просто провожает и все. Любую приманку. Ну, как любую там. 3-4 вида примана кидал. Все провожают и все. Провожают и все. Но это хоть клюнул. Не крупный. Как говорится, хоть этот оно есть. Вот он совсем малыш. Под хвостик ударил. За задний тройничок попался. На поролоновый слаг. Слаг поролоновый.
Ну, хороший хищник в стае бели стоит. Блин, двигается, зараза. Двигается по руслу. Видно, конечно, хреново, еще и ветер, не знаю, слышно меня, нету, рукой чуть прикрываюсь. Ну вот, смотрите, отпускать рыбу, да, говорите? Вон сетки, пожалуйста, стоят средь белого дня, не знаю, там, лицензия, не лицензия. Сеток очень много на водохранилище. Местами с бутылками, местами без бутылок. О, еще рыбка, и еще рыбка. Херачу только так, блин, там сеть, здесь сеть. И что, и куда я отпускать эту рыбу буду? Ну, поймал я судака, но отпущу я одного. А он сейчас 20 штук поймает. И чё? В чем логика? Ну, я не знаю, что у нас здесь происходит, но это полная жопа. Сетка на сетке. Рыбка. И на дно пошел, да? И пошел на дно. О, сеточка, а? Как стоит хорошо. О, какой вещь в сосульках, а? Сел аккумулятор от этого гарминовского электромотора. Походу, жопа ему, другу придется менять. Что-то как-то мало, на самом деле, он отработал по часам. Хотя он всю ночь заряжался. Литий-железофосфатный, титанатовский. Хрен его знает. Ну, блин, мало-мало совсем. На циферблатике он показывался еще 37 вроде или 33%. Ну, в общем, больше 30 еще показывался. На нем загорелась красная лампочка. То, что типа слабый заряд. И аккумулятор вырубился. Типа, то есть ушел в защиту. Хрен его знает, сколько там на нем вольт еще было. И, ну, в общем, заканчиваю я рыбалочку. Тут, блин, скользко. Вышел, чуть не улетел. Так, заканчиваю рыбалку. Ну, что могу сказать. Рыба есть, но, блин, не хочет совсем клевать. Вроде бы ходят, догоняют. Я постарался, или точнее постараюсь в этот ролик показать кучу моментов, где рыба ходила за приманкой, если будет видно в монитор гарминовский от камеры, как это все было. Ну, если мало повставляю, в общем, около... Ну, больше 10 точно рыб. Там размером от 3 до 5 килограмм ходила за приманкой, провожала прям до катера, и ни хрена. Было несколько крупных, один стоял, второй немного среагировал. Ну, в общем, как-то так.
Волна сильная. Ну, как сильная? Для этого водоема сильноватая. Сильноватая волна. Кучу, блин, сеток везде вообще просто. Где я везде, вот мои прям рабочие точки были летние, все в сетях. И причем сети и снизу стоят, и сверху стоят, и с бутылками, и без бутылок. Жопа. Ну еще и GPS у нас здесь не ловит. Потому что атомная станция, там вот это все дело. А так, блин, находил кучу бели. Среди этой бели крупная рыба была, мне кажется, щука. Потому что, ну, по ее движениям, то есть стайки такие круглые, и они разбиты вот этими крупными рыбами, пастушками. Ну, не получилось там постоять, там и ветер такой прогонистый, волна сильная, и GPS там не ловит. Не получилось там особо половить, так что-то попытался, ну, фигня, катер несет, в общем, все. По поводу приманок, в описании под видео будет ссылочка на меня, на мой телеграм, пишите там. Ну и также оставлю ссылку на своего знакомого, который возит с Америки эхолоты, лайфскопы, электромоторы, в общем, все, что надо, пишите туда ему. Всем спасибо за просмотр, удачных вам рыбалок, пока.